В самом начале пути к славе все было против них, но в этом жестко ограниченном мире их тексты, переворачивающие сознание, и музыка облегчили восхождение к Олимпу. И несмотря ни на что, а точнее вопреки всему, случился невероятный успех. И все это благодаря вам. Франция стала их трамплином. Вот почему они решили приехать сюда, чтобы записать свой новый альбом. Без лишних слов, Depeche Mode. Depeche Mode — это Энди, Мартин, Дэйв и Алан, те самые, чей альбом Black Celebration стал дважды золотым, а также синглы Master and Servant и It's Called a Heart, получившие огромный успех у публики. Все это подняло четверку на самый верх. Они круто выстрелили с этим альбомом. И все же вопрос, почему для записи выбран именно Париж? Нам нравится Париж, мы всегда рады оказаться здесь. Но сейчас тут прохладнее, чем было 2 года назад. Тогда мы не нашли хорошую студию. Это в целом неплохая. Попробуем в ней записаться. Мы были неправы, относя Depeche Mode к направлению электропоп, так горячо обожаемому девочками. Это группа, которая уважает традиции и сочиняет свои песни в акустике, а уже потом идет в студию. Мы работаем над песнями сначала у себя дома, играя их на акустической или электрогитаре. Создаем основные аккорды и сочиняем слова. Работаем над текстом. Затем пишем упрощенную демо-версию и работаем над ней уже все вместе, создавая финальную версию композиции. Это то, чем мы сейчас здесь занимаемся. Это наши песни. Они вот здесь. Дома у нас нет такой аппаратуры, поэтому мы работаем здесь. После 7 недель непрерывной работы в студии Guillaume Tell, Depeche Mode отправились заканчивать свой альбом в Германию. Что касается вокала, мы записываем его в самую последнюю очередь. Голос, как правило, мы не программируем. У нас живой вокал. Мы уже знаем название нового альбома «Music for the Masses», но выйдет он не ранее сентября, одновременно с началом нового гастрольного турне в Берси. Что касается нового клипа «Strange Love», он уже вышел. Клип — результат потрясающей работы Depeche Mode в студии. В то же время для них очень важно иметь возможность поиграть в пинг-понг, иначе это катастрофа. Что касается студии, мы обычно говорим, неважно какая она, главное, чтобы был стол для пинг-понга. Да, я думаю, это лучшее время. Когда мы выступаем на концертах, на мне лежит основная ответственность. В студии пашут они. А на сцене я беру все в свои руки, потому что Мартин и Энди стоят за клавишами, и их почти не видно. Сцена — это то место, где я полностью самовыражаюсь. И все же, расскажи, как прошла запись в Париже? Мы здесь уже 7 недель. Это чертовски долго, чтобы торчать в одном месте. Мы очень устали, мы хотим домой. Но мы проделали хорошую работу. Depeche Mode — это не случайные юнцы с оригинальными прическами. Если вы сомневаетесь в этом, тем хуже для вас.